Добрый день, меня зовут Александр, я являюсь тренером Golf Fitness Hampton. И сегодня мы с вами проведем тренировку для начинающих на спину. Думаю, лучше разогреваться с подтягиваний, так как включает все группы мышц спины. Подтягиваются 3 подхода по 12-10 повторений, 8. Полностью нужно вытянуться, растянуть мышцы спины, усилие, выдох вверху. Ну что, мы размялись хорошенечко и приступаем к основному выполнению упражнений. Тяга обратным хватом, штанги. Пойдемте. Упражнение тяга к поясу мы будем в силовой раме. Для этого нам понадобится гриф и диски. На первый подход вешаем небольшой вес для того, чтобы пристрелять упражнение, понять движение, зафиксировать его. Выполняем на 10-12 повторений. 4 подхода делаем. Второй подход можно увеличить, если чувствуете силы. Отдыхаем между подходами минуту в среднем, не больше полутора. Делаем это упражнение 4 подхода, 12-10 повторений, вполне достаточно. Потом переходим к тяге гантелей к поясу, тоже считается базовое упражнение. Одно из лучших на спину для прокачки широчайшей мышцы спины. Гантели у нас рядом. Ходить далеко не нужно. Возьмем 20 килограмм. Не забываем отдыхать между упражнениями, выполнениями. Примерно 3 минуты, чтобы восстановить силы, давление, сердцебиение. Сейчас выполняем тягу гантели к поясу. Также 4 подхода. Также по 12-10 повторений. Здесь техника выполнения следующая. Гантели висит ровно на уровне плеча. Приводим лопатку. Подтягиваем чуть-чуть гантельку. Лопатка идет к позвоночнику. Закончили делать упражнение и переходим к другому тренажеру. Это хаммер на спину. Спать по рычажу. Будем выполнять также. Ну, здесь сделаем 3 подхода по 10 повторений. Вот наш тренажер, на котором мы будем выполнять упражнение. Настроим его сейчас как необходимо. Садимся выполнять. Как я сказал, делаем 3 подхода по 10 повторений. Этот тренажер дает хорошие результаты для толщины широчайших мышц спины. Кто хочет иметь массивную спину, все тяги горизонтальные, они приводят к увеличению массы. Сейчас будем выполнять тягу нижнего блока к поясу. Будем закачивать кровь в мышцы, которые уже изрядно напрягли.
Здесь будем выполнять 3 подхода по 15-12 повторений. Садимся, беремся двумя руками, корпус чуть вперед наклоненный, вытягиваем плечи вперед и сокращаем их, подтягиваем к низу живота, рукоять. Здесь мы делаем 15-12 повторений для того, чтобы обеспечить больший приток крови к мышцам, которые поработали, для того, чтобы было больше питательных веществ, быстрее восстанавливались, ну, чуть больше кислорода, чем обычно. Жду ваши комментарии по поводу тренировки. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Александр Зенин. Всего доброго, успехов! Вся тренировка выполнена персоналом. Сами не пытайтесь повторить, воспроизвести, обращайтесь к специалистам, к тренерам за помощью, за консультацией, за тренировками. Это сэкономит ваше время, ваше здоровье в основном.